Привет! Так, достаю первое, второе. Стоп, не в ту сторону. Второе. Третье. Три. Четыре. Пять. Тетенька. Восемь. Папино число. Так, попадали. И сегодня девятый. Хопля. Круто! Машина! Тяжело. Еле-еле достала. Так, смотрю инструкцию. Сначала вот так. Так. Раз. Сюда. Два. Вот сюда. Три. Вот сюда. Синее. Четыре. Вот сюда. Такой. Пять. Вот сюда поверх-диск нужен будет. Шесть. Вот сюда вот эту. А, что? Вот эту. В эту. Семь. Вот сюда. Вот эту. Восемь. Вот сюда. Вот эти. Девять. А вот эту можно вот сюда. Ну, просто так. Никуда ее девать. Некуда. Кстати, интересно сделана машина. Минушку. И вот здесь она стоит. Только без вот этого она на инструкции. Вот такая она. Так лучше должна. А вот эту-то куда девать запасную? Точно! У нас же есть автобусная машинка. Вот. Как она едет. Она может даже быстро. На ней может вот это жуликова может есть. Машинка есть? Хорошо. Ой, это у нее тупик.
Смотрите, я придумала. Можно вот этот кристалл вот сюда воткнуть. Как фонарик. Вот так красиво. Вот так оно даже может резать. Едет машиночка. Едет машинка. Смотрите, вот эти машины, они, я их мол, у них вот такие колеса. Они не двигающиеся. Они, их можно только возить. Вот это тоже возишь. И вот это возишь своими руками. А вот это крутая машина. Она толкнула ее, она и едет. Вот. Вот эти вот детальки редкие. У нас таких не было раньше. А теперь вот есть. И хотите, я вам расскажу кое-что? Эту я машину решила назвать «Ветер», потому что она быстро едет, как ветер. Катается. Еще ее можно будет назвать когда-нибудь иногда «Разрушитель». Она же пум. Вот у нас было две шайбы, и мы вот сюда их надели. И смотрите, елка с красным огоньком. Это мы вместо желтого поставили конек вот сюда, а красный сюда. Посмотрите, я поставила, да? Да. И вот я сделала это, чтобы посмотрите размер. Здесь одинаковый, а машинка-то ниже, чем человечек. Смотрите, скоро будет видео про зубную пасту. Пока! До новых встреч!